Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Более 130 водителей в Кировской области в этом году оштрафовали за разговор по мобильному телефону, сообщает управление ГИБДД. Размер взыскания составляет 1500 рублей. Ранее госавтоинспекторы неоднократно говорили, что использование мобильника во время движения является одним из главных факторов, приводящих к ДТП. Кстати, власти страны сейчас обсуждают тему полного запрета использования смартфонов за рулем. Трасса 101. В России предложили временно отключить систему взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам. Обоснование – коронавирус. По словам авторов инициативы, временная блокировка Платона позволит транспортным компаниям сократить издержки. Правда, поблажка может быть распространена не на все грузовики массой более 12 тонн, а только на те, которые перевозят продукты и медикаменты. Трасса 101. Учитывая любовь обеспеченных кировчан к марке «Мерседес», надо сказать, что компания отзывает в России почти 330 автомобилей. Это А-класс, Б-класс, ГЛА, ГЛЕ и ГЛС, которые были проданы дилерами в прошлом и нынешнем годах. Причину назвать существенной нельзя. Какие-то неполадки с модулем системы экстренного вызова. Его надо перепрограммировать. Список ВИН-кодов размещен на сайте Росстандарта. Трасса 101. Автомобили с иностранными номерами нет-нет, да и встретишь в нашем городе. ГИБДД готовит для водителей таких машин нововведение. На границе при выезде из страны их будут пробивать на штрафы и не выпустят, пока они не погасят все взыскания. Кстати, уже долгое время власти думают над тем, как добиться, чтобы владельцы авто с иностранными регистрационными знаками не уходили от ответственности за нарушение ПДД. Пока же на таком транспортном средстве можно творить все, что хочешь. Штрафы не придут. Трасса 101. Сервисы Яндекс за удобство и эффективность пользования ими полюбили миллионы автомобилистов. Теперь система Яндекс.Авто оснащается спецверсией Lada X-Ray Cross, получившая название «Инстинкт». Подключение к интернету обеспечивается с помощью встроенного модема 4G. Все управление на сенсорном 8-дюймовом дисплее. Сам автомобиль, ставший флагманом линейки, заметно отличается в лучшую сторону. Черная крыша, корпуса зеркал заднего вида и колесные диски такого же цвета. В салоне другая обивка сидений, черные глянцевые дверные ручки. Познакомиться с Lada X-Ray Cross Instinct после старта продаж можно будет в салоне Lada на Пугачева 32. Сейчас салон предлагает выгодные условия приобретения X-Ray Cross 2019 модельного года. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.